Краткий обзор 19 серии сериала «Красная зона». В ней вы узнаете о том, как Кирилла доставляют в больницу со множественными побоями. Лариса уверена, что это сделано по приказу Фалина, и Хлебников захочет отомстить ему. Фалин назначает Хлебникову встречу в ресторане. Хлебников нападает на Фалина, его люди избивают Хлебников. Лариса разрывает сделку с Фалиным и грозится начать войну, если еще кто-то из ее родственников пострадает. В больницу с жалобами на боли в животе приходит 65-летний Иван Алдонин. Он признается Карпенко, что его отец и дед умерли в 66 лет от язвы, и он боится той же участи. Выясняется, что у Алдонина злокачественная опухоль, и ему нужна экстренная операция.